У нас есть ролик, где мы переделали нож на триммер. Был четырехсторонний, мы сделали двухсторонний. Добавили еще здесь по 7 сантиметров пилы по металлу. И он у нас проработал один сезон. Потом мы, конечно, уже в наглую его добили. Поотрывались заклепки, поотрывались эти добавочные пластины. И нож приобрел вот такой вот вид. Сейчас будем переделывать еще другим его способом. У нас есть вот такие треугольные элементы. Очень качественная каленая сталь. Это еще советских времен. Вот из них сделаем, укоротим их и уменьшим ширину. И приварим их вот к этому ножу. Попробуем еще так. Если не получится или получится плохо, будем думать что-то другое. Но леска тоже не подходит. Сильно большой расход, потому что участок грязный. Много молодняка, много камней попадается. И лески хватает буквально на несколько метров прокосить. Она стирается. Надо делать что-то понадежней, помощней. Ну все, поехали, будем делать. Приварили режущие элементы, зачистили, отбалансировали. Пойдем испытывать. Если будет тяжело, нужно будет вот так отрезать края, уменьшить груз. Но будем подгонять, пробовать, испытывать путем подбора, подгонки. Найдем положительный результат, я думаю. Подведем итоги. Вот такую траву косит без проблем. Высотой где-то до 30 сантиметров. А вот если уже большая густая трава, ну такая вот нормальная. Вот тут старый заброшенный виноградник. И попадается много поросли лишней. И вот такая высоченная трава. Вот, наверное, там вот лучше показать. Вот, там сантиметров 60 высотой, запутанное разнотравие. Там уже труднее, там не получается с одного раза, надо крошить за два захода. Кроме того, еще попадается проволока в этом винограднике. Два раза попался металл, сикануло немного, но ножи выдержали. Так, вот латочку для пробы скосили. Ну, тяжеловато, потому что электротриммер. Была бы бензокоса, было бы, я думаю, все нормально с таким ножом. Вот. Скорее всего, что нужно сделать его тоньше. Тогда будет легче. Завтра еще попробуем и решим. Да, что еще хочу сказать. В комплекте с электротриммером шел нож четырехзахватный. Четыре ножа было там на нем. И не косил он абсолютно. Ничего не получалось. Ни мелкую траву, ни большую.
вообще путалось, не скашивалось, я его точил хорошо и уменьшал, и утончал, ничего не получалось. Сделал на два ножа, стало работать. Так что имейте в виду. До свидания.